Пойдем, малыш, не бойся, пойдем. Здравствуйте, дорогие друзья. Это история охоты на зайца-русака с русской гончей Дратхааром. В охоте принимали участие две собаки и два охотника. Первый заяц поднялся достаточно быстро. Алмаз нашел его на краю поля, на склоне. Зайцы любят такие места. Я даже забеспокоилась, успел ли отец доехать и встать на место. Азарт достаточно быстро вернулся, а по голосу алмаза было понятно, что зверь отклоняется в сторону отца. Я еще немного постояла на случай, если заяц все же решит развернуться и бежать дорогой. Но звуки гона окончательно ушли в противоположную сторону. Я пошла дальше. Осенью я рассказывала, что приобрела зимние сапожки Nisus. Они отлично справились со своей функцией. В них оказался очень удачный чулок, который отводит влагу и в то же время сохраняет свою упругость и объем. Сапоги легкие, гибкие, в них удобно ходить и не холодно стоять на номере. А выбрала я их за белый цвет, который не требует дополнительной маскировки. Когда я дошла до номера, как это часто бывает, заяц уже был добыт, а гончий все еще шел по следу. Дождались его, чтобы он посмотрел результат своей работы. Напоминаю, что мой старый телеграм-канал взломали мошенники. Ссылка на настоящий телеграм-канал в шапке профиля YouTube. Пойдем, пойдем, давай.
Второй заяц поднялся далеко. Снег рыхлый и глубокий, собакам достаточно тяжело. Много времени потратила, чтобы перейти к месту лёжки. Но по трекеру стало понятно, что заяц вышел на дорогу и не планировал возвращаться. В качестве GPS-ошейника я использую RTL в трекер. Он помогает ориентироваться, когда собаки уходят со слуха или затихают. Всегда понятно, в какую сторону и как быстро движется собака. 470 метров и расстояние увеличивается. Остается только ждать возвращения. Вон заяц. Третий заяц поднялся в березняке и сразу ушел совсем не туда, где мы могли бы его перехватить. Азарт, иди сюда, иди ко мне. Фу, я уронила лыжу. Иди подай. Ты мой хороший. Подай, пожалуйста. Уронила. Подай мне, подай. Вот, молодец. Ай, браво, подай, подай. Подай, мой хороший. Ай, молодец, спасибо. Спасибо. Последний заяц поднялся, когда я поправляла лыжи. Подшумел его этот момент, или он не выдержал приближения собаки, непонятно. Но на пределе удалось сделать выстрелы. Как видно на повторе, попадание было первым выстрелом. Заяц втянул голову и изменил темп.
В моменте этого не было заметно. Я была уверена в промахе и просто ждала возвращения собаки. Приятным удивлением было увидеть, что пес возвращается с добычей. Ай, молодец. Поймал. Спасибо за просмотр моего видео, друзья. До новых встреч!